Здарова, народ! Я сейчас вас научу, как делать 2D интро в Sony Vegas Pro 13 с плагинами Shake, и погнали! Нам понадобится зайти в свой браузер, а здесь найти по поиску backgrounds и найти нужный себе задний фон. Как же интро без музыки, да? И здесь у нас будет музычка. Всем, кому интересно, какая у меня музыка, у меня на странице ВК открыты аудиозаписи, там можно посмотреть, какая музыка у меня есть. А здесь я выбрал эту, потому что она не имеет авторских прав. Что ж, после того, как мы выбрали все нужное, запускаем Соньку. Закидываем сюда нашу картинку и музычку. И начнем делать сначала задний фон. Но преждевременно мы должны настроить наш профиль. Сюда вписываем 1920 на 1080, сюда 60 FPS, и ставим 32-битная плавающая точка уровни видео. Что ж, у нас здесь картинка растянулась, да? И давайте я лучше поставлю музыку, чтобы на ней можно было нормально работать. Ну что ж, мы нашли, где у нас начало и где у нас конец, да? Вот что у нас открывается при нажатии вот этой вот кнопочки. У нас открывается, так скажем, редактор. То есть мы редактируем, что и да как будет выглядеть. А здесь мы будем вставлять эффект. То есть шейк, который я упоминал ранее, опять-таки. Вот и шейк. Так, почему мы это делаем здесь, да? Казалось бы, на задний фон зачем? Все потом увидите. Амплитуду мы вот так вот поменьше сделаем. Это мы тоже сделаем обязательно motion blur, иначе он как бы придает прикольности картинке. Прикольности. Молодец. И как мы видим, вот здесь он у нас так шатается, пошатывается, иначе говоря. И здесь мы сделаем вот так вот. Небольшой сдвиг. Здесь тоже небольшой сдвиг, хотя нет, вначале лучше не делать сдвигов, и здесь пока не будем, потому что мы его пререндерим, и там у нас получится заготовка, которую мы потом подредактируем, и будет класс. То есть мы на этот поставили все, да? Вот, все, больше не трогаем это пока что. Ставить видеодорожку и еще раз ставить видеодорожку. Зачем мы столько видеодорожек сюда вообще поставили? В одну мы поставим текст, да? Текст, к примеру, текст будем мой ник использовать, да? Мегуста. Вот, Мегуста. У нас будет это где-то в центре. Почему? Потому что выбираем один из шрифтов. Мне больше нравится Fresh BB. И вот что у нас за текстик такой. Ставим контур. Контур лучше сделать каким-нибудь цветным, если так можно сказать. Чтобы он тоже как бы выделялся. Как вы видите, такое небольшое освещение идет, да? Именно вот на этом фоне. И что ж, мы можем просто закрывать, и у нас как бы готовый текст. Ну, если округлить. А мы его поставим с самого начала, да, и до конца, грубо говоря. А здесь у нас что будет? Здесь мы будем добавлять потихоньку анимацию и тоже S-Shake. А вот S-Shake, окей. Амплитуду тоже поменьше сделаем. Короче, это тоже сделаем поменьше. Motion Blur я здесь вряд ли включать буду, потому что он не имеет здесь смысла, так что оставим все как есть. И он у нас тоже будет шататься. Ну вот. Они как бы врозь идут, и это хорошо. Так. Здесь мы тоже ставим точечку на... Вот так, да? И вот на этой точке... Здесь мы поставим, то есть, вот так вот, то есть у нас как бы он, его не будет по факту, то есть увеличиваем, и вот так вот растягиваем, то есть, ну типа вот там он у нас будет, да? Ну потом при наложении эффектов там вообще ничего практически видно не будет. Так, вот у нас появился текст, то есть это вот так вот выглядеть будет, да? Как бы приближается, хоп. И чтобы это не казалось, что он просто нудно пришел, так скажем. И все. Это неинтересно. Лучше сделать пару
проворота, чтобы он как бы, типа, прикольно влез. Хоп, и вот что получилось. То есть он под музыку, там начинается, немножко подредактируем. А теперь мы опускаемся на музыку, ну, предварительно открыв не это говно, а тоже вот амплитуду. Будем сейчас выделывать шатание и покачивание. Ага, вот здесь. То есть у нас как бы здесь идет удар. То есть предварительно где-то вот здесь вот у нас будет такая же точка. А вот в момент удара у нас будет уже совсем другая точка. Здесь я вот так вот советую вам отодвинуть, если так можно сказать. И зажатым шифтом. Короче, чтобы у нас вот так вот был качок. И здесь вместо этого вот так вот продвигаем, чтобы у нас он как бы именно в момент удара он вот так вот сделал. Оп, то есть он как бы сделал волну, если так можно сказать. То есть, видите, у нас вот каждый такой прерыв между музыкой, это идет удар. То есть удар, удар между... так, здесь у нас опять-таки такое же... Такая же херота. Но чтобы нам скоротать время, мы берем, выделяем все эти три кнопочки. Кнопочки, точечки. Копируем и сюда вставляем. То есть у нас посередине должен быть вот так вот. Посередине у нас должна быть эта хрень. Я вам говорю, это зачем делать. Это чтобы не париться. То есть как бы сделал и все, и забил. То есть потом здесь у нас амплитуда такая есть. Вставляем. Тоже ставим на этот момент удара. Вот так вот. И чтобы это однообразно не выглядело, мы сюда поэтому и поставили S-shake. То есть как бы он просто бы бился под ритм в одно и то же место и одинаково. То есть, а shake он добавляет такой небольшой эффект. А продолжаем такой херней страдать, пока у нас есть всю музыку, он так не проскакает. Вот так вот. И что у нас получается? У нас он как бы заворачивается и все. Делаем такую же фигню на текстике. И все. Готово. Что ж, с текстом работа почти что закончена. Осталось добавить пару эффектов и будет готово. Давайте поработаем вот еще чуть-чуть над задним фоном. Как бы он у нас тоже немалую роль играет. И чтобы у нас нормально все это выглядело, то есть у нас он как бы здесь. Здесь он пока запомнит эту точку. Здесь он у нас уже превратится в киношный фильм. Здесь убираем, что вот так вот. Здесь примерно... А он у нас вот примерно так будет биться. Да, ну вот все. Well done, как говорится. И потом он у нас, пока он... Вот давайте где-нибудь на стыке будет бит, да? Да, он входит в прям тютелька в тютельку. Входит в наш бит, если так можно сказать. И здесь, где у нас текст начинает уходить, здесь ставим предварительно точечку. И вот здесь он у нас начинает расправляться. То есть доводим до конца и расправление. Вот так вот. И вот что у нас получается, у нас расходится. Вот и все, практически интро готово. Все, грубо говоря, интро готово, если не добавлять эффектов. Ну, а мы, конечно же, добавим эффекты. Вот так вот оставим, да? И зайдем вот сюда. И футаж частиц. Все это будет в описании, если наберется десюльник лакосов. Так... Флейм мы перетаскиваем сюда, потому что мы его сейчас редактируем. Опять-таки заходим в спецэффекты. Прокручиваем самый зад. И ставим
разделить по цветовому тону Sony. Оставим тон черный и сохраняем, чтобы потом нам не надо было мучиться. Я сейчас добавлю вот эту вот тему. Это будет над текстом, то есть он как бы будет окутывать текст. И вот до сюда он закончится. Как мы это сделаем? Опять делаем видеодорожку. И там, где у нас эта тема начинается, вот так вот. То есть, как бы он у нас вот так вот окутывает его. Вот так вот. Продолжаем искать интересные эффектики. Вот взрыв такой. Огонь. Нет. Ну, я думаю, все, больше отсюда я ничего не возьму. Сплайн. Или шерплайнс. Линии красные. Одно, ясно. Опять по цветовому тону. Ставим черный. И делаем вот так вот. Это у нас будет за текстом, то есть он как бы вот так вот будет. Ставим сюда еще пару эффектиков и будет нормально. Вот этот, например, мне он больше всего нравится. А, у нас же он у нас такой текст, можно еще вот это добавить. То есть тоже лишним не будет. Это вот где-нибудь вот здесь вот можно было бы сделать и в конце. Ну вот здесь вот. И последнее, что мы сделаем, это футаж частиц. Убираем звук, потому что на нем здесь звука нету. Берем вот так вот, тоже разделить по цветовому тону, только здесь мы выбираем пипетку, потому что здесь у нас какой-то непонятный цвет. Черный давайте сделаем. Ну, черный не будем мучиться, черный тоже поставим. И самое главное, это обрезать его в конце. То есть вот так вот сделать, и вот это вот удалим. Но здесь одно но. Нам нужно, чтобы он присутствовал за текстом, то есть он... для этого мы точно так же делаем, как и с текстом. Подбираем нужный вот так вот, вот сюда, короче, то есть под текст. И у нас вот так вот получается, как бы эта штука тоже не входит. Вот так вот, вот так вот, да. А всем, кому понравился этот видеоурок, тот может поставить лайк и дожидаться 10 лукасов. Тем самым, после 10 лукасов выставлю OpenZIS и все это дело. Спасибо, до свидания.